Можно сказать, любительская, поэтому каждый день надо по чуть-чуть молоть. Поголовье расширяется, поэтому все больше и больше надо производить сырму. По крупорушке задают вопрос, вот у тебя там крупорушка, это крупорушка любительская, ну такая, на маленькой поголовье, если у вас там, к примеру, ну там, голов 20, то она нормально потянет, а если уже больше 50, ну вот как у меня, то уже чуть чаще начинаем молоть. Ну не то, что там прям каждый день, я стараюсь или каждый день по чуть-чуть. Или так уделю один день, наготовлю много дробленки и потом мешаю и даю. То есть тут я понимаю, мне надо больше, мне говорят, тут тебе надо больше крупорушка. Конечно, сто пудов мне надо больше крупорушка. Но крупорушка надо на 380. 380 у меня нет, у меня 220. 380 надо только проводить. Планирую в будущем, когда-то проведу 380 сюда на этот двор, и будет 380, тогда я уже куплю, допустим, и сместитель, и крупорушку. А пока, ну, такой перепрямцы. Она меня устраивает просто, что, ну, объемы поголовья растут, а крупорушка та самая маленькая, то есть вот так. Страшного ничего нет. И также ж хотел сказать по кормам. Вот ко мне приезжали, там поросят покупали. Вот мы корма узнаем, на ведро подорожали, уже там 55 гривен ведро. Дело в том, что надо, кто держит какое-то поголовье или начал держать, надо покупать корма во время уборки. Идут уборки урожая, надо покупать у маленьких фермеров, у больших фермеров зерноотходы. Сразу с-под комбайна надо брать. То есть планируйте, отваживайте деньги, старайтесь. Я знаю, оно не всегда получается. То на то не хватает, то на то. Ну, старайтесь подкопить эти деньги, именно, чтобы на время уборки было. Вот, допустим, я дрова дубовые покупаю март-апрель, когда их никто не берет, и цена на них ниже. А если брать сейчас, в октябре, то цена уже заоблачная на дрова. Поэтому я стараюсь так все спланировать, чтобы, допустим, дрова купить, если мне надо, март-апрель, ну, май на крайняк. И так само, вот допустим, как в этом году, я взял горох, по 2 рубля взял горох, 2000 тонн гороховые отходы. Взял зерноотходы, зернобой, по 3 рубля, то есть нормально затарился. У меня еще и нормально, кстати, гороховые много, отходов еще много, ячменя немного, чуть больше тонны. Ну то есть я еще буду подкупать, но уже чуть дороже, ну туда позже. Были бы деньги, я бы сразу взял бы, когда я так забрал, просто больше. Ну, денег таких не было, чтобы на все я и сарай строил, и... То есть на все сразу не хватало. Поэтому планируйте заранее. То есть заранее держите какое-то поголовье. По-любому первый год надо на раскрутку. Деньги планируйте именно на, во время уборки тариться кармами.
а не покупать на ведра и так дальше. Вот у меня здесь еще в гараже вот эти все бочки полные зерноотходов. Вот они такие. Битая пшеница. Зернобой. То есть мелкая и битая. Вот это я брал по 3 тысячи гривен тонну. Для свиней не надо лучше. То когда-то там в какой-то группе писали, что свиньям надо самую высочайший класс пшеницы, тогда будут. Нет, все, что можно дешевле, то и пойдет. Нормально они растут, если правильно делать корм. А вообще отсюда, я думаю, переезжать с этого места. Размер его 3 с копейками на 9. Это тестя вагон еще старый. Это я пшеницу рассыпал, вот только что вез. И вот отсюда заехать. Эти бочки у меня забитые все. И там в конце горохом. Биг-бэг тоже горохом. Вот такой горох по 2 гривна килограмм. 2000 тонн. Ну да, есть мусор. Ну и что с этого? Что? Едят хорошо, растут тоже хорошо. Пузелики такие, что ого. То есть вот сюда хочу. Это в первую очередь все... как бы выбрать, использовать на корма, а потом сделать тут марафет и сюда поставить крупорушку, сюда сделать отделение для пшеницы, ячменя, прям ящики большие, отделения, перегородки. И сделать здесь, как бы, типа как для кормов, кормоцех. И тут аж с этого, допустим, на новый сарай раз перенес. То есть вот такие вот планы, это у меня на зиму хочу тут сделать ремонт, все, когда вот это использую. Сделаю, чтоб тут. А здесь у меня, вот здесь, тут тоже свои планы. Тут у меня будут с навеса выходить, ну то потом расскажу. Богдан работает, каждый день помогает, что-то делает. Сейчас дровами занимается, молодец такой. У меня спрашивали по поросятам, именно по вот этим, что это типа порода краснопоясая. Нет, это не краснопоясая порода, это у меня обычная свинья, ну вот такая белая, Машка. И она покрыта моим чистым дюрком. У меня был чистый кляк-дюрок, я его продал на Киев, его забрали. И вот это от него такие поросята. Получается гибрид с дюрком. И вот дюрка такие типа красно-белопоясая. А то спрашивают, что типа порода белопоясая. Нет, это обычная дюрка поросята. Тут у меня одна дивуля, вот она. А это 3 кабасика кастрированы. Вот этим, друзья, поросятам 20 октября или 18 90 дней. Вот этим поросятам. Вот смотрите, какие они, ну, против меня. Это поросяткам 3 месяца от рождения. Вот этим. И вот надо там кормить дорогими кормами, высочайшим сортом пшеницы. И не едят, потому что корм у них постоянно есть. Сыты это вольно. Крупные этих, но я думаю, эти более сальные будут. Этих надо пораньше будет на мясо пускать. Килограмм по 120, чтобы были. Не больше, потому что, ну а там... Хотя у меня отмашки покупали поросят, говорили, резали. Одни шкурки, то есть сала нету. Ну посмотрим по этим, какие будут. Потом не будут шугаться. Эти сильно шугливые были. Так само сейчас пойдем вот к тем поросятам, к Петренам. Так тут вот, вот уже морда. Петренам они вообще сильно шугаются. Я покажу, как приручать поросят, если шугливые. То есть там есть, вот поросята такие хорошие, они тебя знают. Я вам покажу, как приучить поросят. Они у меня тут закрыты, потому что сегодня... Вот, шуганые поросята, да? О!
Вот смотрите. Сейчас вам по этим поросятам расскажу. Так. Так, Маша, я тебе уже все, что нужно, отдал. Вот эти поросята я делал отъем в четверг. Вот чуганые бегали. Давай сюда. Сейчас пройдет буквально пару минут, и они все начнут сюда приставать ко мне. У них же интересно, им интересно, и все. И они вот так пару раз делать, допустим, зайти к ним, присесть, так чуть-чуть там поиграться с ними, и они все, они станут ручные. Не будут шугаться. Это тем, у кого поросята сильно зашуганные, что заходишь, они прям лезут и в корыто, и везде лишь бы типа убежать. Эти поросята у меня, получается, после отъема, сегодня им четверг, пятница, воскресенье, понедельник. Сегодня им пятый день, этим поросятам. Поноса у них нету. Густые какашки, ковелочки густые. Поэтому понос, я думаю, уже процентов на 80, как мы пролетели насчет поноса. То есть поноса уже я вижу, что у них не будет. Корм едят хорошо. Корм я им даю Бренстар. Ух ты! Ух ты! Ух ты ж, барбос! Корм я им даю Бренстар со стартом. Сейчас начал мне мешать 50 на 50, 50% уже старта, 50% гусок. 50% предстарта, 50% старта. И нормально. Начали хорошо. О, видите? Сколько тут прошло? 2 минуты. То есть говорят, что там, ой, тебя так поросята любят. Да любых поросят зайдите, присядьте вот так, проходит 2-3 минуты, а они потом... Барбосята. И они буквально 2-3 минуты начинают к вам вот так представлять. Интересно им. Они не голодные, лампу я им поставляю круглосуточно, чтобы им было тепло. Потому что эти поросята, вот Петрена, не любят сквозняков, им надо тепло. А поросята от дюрков, допустим, Петрен дюрок, уже попроще. Им как бы по барабану эти цементы. А вот эти боязливенькие. Поэтому я этих сюда и перевел. Думаю, тут тепло в этом сарае. Лампу кину, пускай. Ох ты же. Так что насчет поносов прошли хорошо. Да? Дрощать не будете? Обезьянку оставлю, вот эту вот она мне нравится, вот эта с белой мордой. Обезьянку оставлю, может быть, на свиноматку, потому что в Юры свинка хорошая, тем более покрыта моим Петреном, оставлю. Если что одно, то покрою искусственно Петрен, чтобы вывести более большой процент Петрена. Поросята похожи все один в один на Петрена, но не чистый Петрен. Гибрид. А это на мамку, на клубничку. И вот это. Может, это и кабанчик. Они не похудали, то при отъеме там начинает дрыстать, который третий день сразу поросята худает, а это они не похудали. Нормально едят хорошо. Кормушки у них все время есть. То есть не голодные, воду пьют хорошо. Да? А так что правильно. Вот я им ставлю, к примеру, вон, в кормушке. Предстарт гранула и со стартом. Кушает хорошо. А ну, покажите. Едят хорошо. Ой, не голодные.
да, Машу? Скажи, а мне дай пресс-старт, а я поеду. Машка, Машка, вот ты же. Вот мы, это я с четверга не убирал у них, то есть поноса нигде нету, густые какашки кругленькие. То есть очень хорошо, что пролетели насчет поносов, все отлично. Вот это самое главное, вот это первая неделя. Если они не начнут драстать, сегодня потом поноса не будет. Если начнут, то сразу надо не затягивать, предпринимать какие-то меры. Ну а так смотрю, все пока нормально у нас. Дай бог. Шо вы, хрю-хрю. Посмотрим ради интереса, какое у них будет сало. Сальные будут или нет. Потому что я с Машки ни разу поросят себя не оставлял на забой. Это первый раз оставил посмотреть, какие будут поросята. И Маша опять у нас покрыта ждюрком. Этим же хряком, то есть поросята там плюс-минус могут быть такие же. Прозевали немного. Хорош, полный не надо. Легко знать. А, не полностью очистилось, надо будет поднимать. Это я вот, допустим, в эту бочку делаю стартовый корм для поросят. Это те, которые в вольере. Они еще на старте. А здесь вот делаю в маленькую бочечку. Это этим, которые пьетреном. Отдельно. И потом я всех пересаживаю на обычный старт. Просто я этим спред-стартом, тем просто стартуется так. И таким образом у меня в каждом отдельно. Ну а тем рассыпаю по бункерам. Там везде по-разному. Вот сейчас я возьму уже у меня мешанный. Вот. Пред-старт со стартом. И сейчас покажу вам, как другие поросята, которых не надо там так переводить, как этих постепенно. А те, которые с грушей уже едят предстарт со стартом, находясь со свиноматкой. Сейчас посмотрите. Вот я им насыпаю. Тут, правда, патя-патя-патя. Ну вот, проверим на пол насыпать. Сюда, правда, муха налетала ночью. Приморозок было, здесь тепло, и поналетала. Я тут не открываю, закрыто. Ну вот они едят хорошо. Корм предстарт со стартом, уже находясь со свиноматкой, никто не поносит. То есть это очень хорошо вот таких поросят делать отъем. Они сразу изначально, то есть при отъеме, начнут дальше продолжать такой же корм употреблять и более-менее нормально перейдут без поносов. Их уже вот-вот буду забирать от нее буквально пару дней и заберу. Уже отдельно они будут тоже. И тоже на таком корме. Вот так. Здесь свиньи, которые на норме. Вот это слышат, кричат. И все, начинает
услышат, кто-то разговаривает, сразу кричат. Вы на норме, вам нельзя много. На себя, он, посмотри, кукла. За 300 килограмм уже. И ты, каштан, ахиллес. Ну, это на забой пойдет. Не-не-не, рано. Вот так и крутимся. Вот так проходит мой каждый день. Ну, еще, если не пользуюсь крупорушкой, то просто там что-то забью, прибью. Думаю, сделаю кормушку на летний выгул. Бункерную придумаю, туда снаружи поставить. Типа сделать наружную кормушку. Бункер снаружи, а корыто внутри. Что-то вот так придумать. И маленьким хочу тоже сделать бункерную кормушку приотъемную. Вот этим, что у груши рыжие белые. Этим тоже сделать бункерную кормушку какую-то небольшую. Ну, такую типа как с газового баллона. Придумать с газового баллона, но уже чтобы была как кормушка. И поставить им отдельно кормушечку и сделать отъем. То есть это то, что я планирую.